читают стихи. Николай Алексеевич Красов в школе. Исполняется в полуге. Ну, пошел же, ради Бога! Небо, ельник и песок — невеселая дорога. Эй, садись ко мне, дружок! Ноги, волосы, грязное тело, едва прикрыта грудь. Не стыдись, что за дело? Это многих славных путь. Вижу я в котомке книжку. Так, учиться ты идешь. Знаю, батька на сынишку сдержал последний грош. Знаю, старая дичиха дала четвертачок, что проезжая купчиха подарила ночеек. Или, может, ты дворовый из отпущенных? Ну что ж, сучи тоже уж новый, не робей, не пропадешь. Скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей и Божьей воле стал разумным и велик. Не без добрых душ на свете кто-нибудь идет в Москву, будешь в университете, сон свершится наяву. Там уж побольше широк, знай, работай, да не трусь. Вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь. Не бездарна та природа, не погиб еще тот край, что выводит из народа столько славных, то есть знай, столько добрых, благородных, сильных людей.